Программа «Поздравляем» поможет в знаменательный день для родных и близких вам людей сделать оригинальный музыкальный подарок, который запомнится надолго. Только теплые слова и самая душевная музыка в программе «Поздравляем». Дарите радость своим родным и близким. Добрый вечер, уважаемые телезрители на канале Ахтубинск ТВ, программа «Поздравляем». 28 ноября в разные годы родились Антон Рубинштейн, композитор, основатель первой русской консерватории, Александр Пикушин, русский художник, скульптор, монументалист и русский поэт Серебряного века Александр Блок. Именины сегодня у Дмитрия, Никиты, Николая и Петра. Для именинников этот музыкальный подарок. Ну а наша программа подошла к концу, а мы напоминаем, что у вас есть прекрасная возможность устроить праздник тем, кого вы любите. Свои поздравления для близких и родных теперь можно посмотреть в интернете на нашем официальном сайте, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также на радио Ретро FM Ахтубинск. Ждем ваших заявок с понедельника по пятницу в кабинете номер 9 на телестудии. Телефон 394-33. Приятного отдыха и до новых встреч!